Всем привет! Новые лимитки от Catrice в подружке. Я взяла палетку Metal Face. Так она переливается. И праймер корректирующий. Мне очень понравился его внешний вид. В коллекции еще были блески. Но блески были прозрачные, я их брать не стала. И давайте мы посмотрим сейчас, как выглядит палеточка. Внутри выглядит она вот таким образом. Здесь есть красивые переливающиеся оттенки. Даже дуохром. Вот это, я так понимаю, беленький. Это будет кремовый оттенок. И вот обратите внимание на оттенок, который рядом с золотым. Вот этот розовый. Он помимо сияшек, он еще немножко изменяет цвет. Видите, он слегка дуохромный. И вот такие сводчи. Видите, вот этот оттенок, он из розового золотой. И вот этот кремовый оттенок, он как прозрачный блеск. С сияшками оттенки. Праймер превращается вот в такую гелевую прозрачную водичку. Никакой коррекции вы от него не дождетесь. Просто видите, прозрачное что-то. Выдавливается какой-то голубоватой капелькой. Я рассчитывала, что он будет действительно делать коррекцию, как заявлено у него на этикетке. Но нет. Просто это будет увлажняющий праймер, который имеет аромат. А видите, пишется эффект цветокоррекции. То есть вот с праймером прям какой-то обман. Но вы видите, да, что кожа никак не поменялась, не осветлилась, ничего. То есть никакой коррекции, это просто увлажняющий праймер.